Завершился гала-концерт. Приятно осознавать, что академическое искусство в России действительно на очень высоком и достойном уровне. Мы сегодня услышали ребят, лауреатов конкурса из города Санкт-Петербург, из города Белгород, Краснодар. Когда ты выходишь на сцену в качестве ведущего и произносишь фамилию лауреата конкурса, даже сейчас эти ощущения, мурашки по коже, и хочется еще раз повторять и повторять это прекрасное, и когда реагирует положительно зал, это то, ради чего стоит жить, учиться, совершенствоваться и работать над этим. Хочу поблагодарить организаторов конкурса в лице Владимира Ивановича Юрковского за приглашение принять участие в качестве ведущего церемонии открытия и закрытия гала-концерта этого грандиозного события 20-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, также председателя жюри Ольгу Александровну Сосновскую. Очень радостно, что, несмотря на то, что люди занимают высокую позицию в сфере академического искусства, Ольга Александровна является заслуженной артисткой Российской Федерации. Человек с добрым сердцем, с доброй душой, приятно общаться, прекрасные и замечательные отношения к участникам и к организаторам конкурса. Спасибо проекту, желаю больших успехов, новых побед и всего самого лучшего. И надеюсь, что мы обязательно встретимся в городе Москва.